Запускаем имитацию ветра, крутится ветрогенератор и преобразуется механическая энергия в электрическую. И дальше это идет уже по проводам на потребители. Потребители у нас вступают в роли резисторы, то есть у нас 5 резисторов разных, грубо говоря, разных мощностей, и мы подаем туда разный ток. Сейчас у нас работает солнечная панель, мы ее подключили, у нас работают прожекторы, и также мы переключили солнечную панель на всю сеть. То есть сейчас у нас солнечная панель работает на весь город, грубо говоря. Сейчас мы запустили ветрогенератор, и он также подпитывал все 5 потребителей, которые сейчас находятся у нас в городе. Также они могут работать вместе и могут заряжать также еще аккумулятор. Это у нас облачное хранение лишней электроэнергии, которая в случае чего может подключаться экстренно или аварийно. Каждый день, например, у нас утром или вечером высокая потребляемость электроэнергии, поэтому там скачки напряжения вероятны или вообще выбивают счетчики. Поэтому за этим нужно следить человеку. Но в будущем компьютер сам поймет, когда это... именно временные интервалы поймет, когда это все контролировать, и будет либо добавлять источники к системе, либо добавлять облачное хранение, чтобы сбалансировать систему. Стало известно, что в России открываются электростанции, по-моему, в Якутии, если мне память не изменяет, огромные солнечные электростанции, поля. То есть все-таки альтернативные источники энергии набирают потихоньку популярность, а вскоре им как-то нужно будет встраиваться в общую энергосистему Российской Федерации. Поэтому возникают отсюда такие задачи. Ее главной задачей является объединение источников и потребителей путем особенного математического алгоритма. Это значит, что мы можем в этой системе отследить все потоки энергии, сколько кто произвел, сколько кто потребил, но не только посчитать, но и отследить, какой поток энергии конкретно кому шел. Над этой задачей распределения потоков энергии ломают головы практически все электроэнергетики мира. Мы начали этот путь 2 года назад, и нам Эдуард Васильевич предложил собрать электростанцию на альтернативных источниках электроэнергии. И я столкнулся со множеством проблем. Я не знал ни Arduino, ни управления в MATLAB. То есть мне нужно было научиться сначала определять датчики, то есть считывать с них данные, потом выводить их в MATLAB, грубо говоря, сначала в Arduino, а потом в MATLAB уже. Подключать реле, DC-DC преобразователи, транзисторы или ключи. Потом работать с все больше и больше токами и напряжениями, потому что на Arduino существует там 3, 5, 8 вольт, 9 вольт, возможно, а тут уже высокие напряжения, то есть 20 вольт, там, возможно, 30 вольт будут. Поэтому мы уже научились обезопасить систему от выгорания, либо от случайного прикосновения. То есть сейчас, касаться нельзя этого всего, но в случае чего можно все это отключить резко. Дальше я столкнулся с проблемой программирования, то есть все-таки MATLAB подразумевает знание среды программирования самой C++, либо Python. Я вот обучился этому всему на базовых уровнях и дальше начал продвигаться в этом всем. У нас есть виртуальная, так сказать, система, где происходит оплата электроэнергии. И там система будет контролировать всех должников, всех тех, кто не оплатит вовремя. То есть мы специально подключим автоплатеж в случае чего, то есть в случае некоторых условий. Дальше мы их продумываем еще, потому что сейчас мы их не обдумывали. Но в планах у нас есть
уменьшить количество должников и повысить количество КПД всей системы в городе. То есть у нас будет больше окупаемость самих электроисточников. То есть солнце там стоит около 200-300 миллионов рублей, и окупаемость заходит за десятки лет. А мы их, ну, уменьшим, грубо говоря, на 5-6 лет. Это поможет компаниям на альтернативных источниках электроэнергии зарабатывать и продвигать в мир, так сказать. И Паша, это его такой сильный ассистент. Лидеры-отличники, да, лидеры-отличники, и более того, они вот участвуют во всех возможных конкурсах, которые только видят в технических направлениях. Олимпиада НТИ, WorldSkills, международные конкурсы инженерного творчества, научно-исследовательские конкурсы, и еще много-много всего. То есть задействовано абсолютно по максимуму. Это иногда они знают больше, чем я. То есть они действительно могут мне рассказать такие вещи, о которых я, может быть, даже не догадывался. И тут я понимаю, что ученик начинает превосходить учителя, и приходится постоянно дорабатывать. Ну вот мы на протяжении 2 лет работали в команде. Вот Софья, Павел, Григорий и Елизавета работали со мной. И каждый выполнял свою часть. Она очень тяжелая и громоздкая, поэтому без них я бы не справился. Наша команда бы не выступала так хорошо. В монтаже самый трудоемкий процесс и самый сложный был – это составление прототипа. То есть нужно было начертить схему, понять, как это все должно работать. И эта схема переделывалась просто невероятное количество раз. Нужно было на каждый конкурс сделать свою систему, которая будет работать в зависимости от каждых своих условий. И у нас это получилось спустя очень много попыток, но мы это сделали. Конкретно я занимался разработкой этой схемы вместе с девочками и также подключением и тестированием всех датчиков, всех, допустим, DC, реле и остальных составляющих. Здесь у нас главная плата, Arduino Due, с помощью которой мы управляем всей системой, и датчики и на 219, шины и ETC, которые считывают данные тока и напряжения на нагрузке. И на источниках. Это у нас ветрогенератор, солнечная панель и облачный источник питания. На данный момент у нас есть разработка печатной платы в программе Spring Cloud. То есть та плата, которая сейчас представлена, это у нас навесная пайка, а здесь разведена при помощи дорожек. И у нас есть датчики. Мы делали с Лизой расчет датчиков на 3,3 вольта. Так как у нас данные датчики рассчитаны на 5 вольт, а эти на 3,3. Это также Spring Cloud. Сейчас мы все переносим в Altium Designer для того, чтобы работать на станке, то есть разрабатывать платы на станке. В этом проекте я отвечал за создание 3D-модели, а также за создание ветрогенератора. Первоначально мы хотели использовать ветрогенератор Дарье, но впоследствии приняли решение переделать его в ветрогенератор Savonius для того, чтобы повысить КПД установки. На изготовление этого ветрогенератора у нас ушло примерно 3 месяца, то есть и создание 3D-модели, и сборка полная. В этом ветрогенераторе используются 2 двигателя с винтами от коптеров для того, чтобы создавать потоки ветра, которые впоследствии будут раскручивать турбину. А в роли генератора у нас используется двигатель от коптера, мы его отдельно заказывали, при котором при 80 оборотах будет вырабатываться 1 вольт. Ну и, соответственно, вольтаж уже можно рассчитывать из-за этого. Ну, я тоже занималась блоком электроники, конкретно нагрузкой. Здесь нагрузка у нас представлена 5 переменными резисторами. И здесь выведена индикация, на которой, собственно, видно, когда какая нагрузка задействована. И разделены они по приоритету. Спасибо, Вова. Вот, тут видно, как это работает. Собственно, приоритет, ну, допустим, первый приоритет – это больница, то есть это здание, который в случае ЧП какого-то обязан работать. Вот, 5-е это
ну, что-то не слишком важное для города, допустим. Работает это так: если у нас горит пятая, но не горит первая, такого не может быть. То есть у нас должна вся энергия перенаправляться на нагрузку по приоритету выше. Вот. Ну, собственно, все это у нас реализовано через ручное управление, то есть мы сами выбираем, какая нагрузка задействована. Хочется, конечно, побездельничать, но все-таки 11 класс, нужно пахать и пахать. После школы мы также не оставим этот проект, мы будем его модернизировать, уже выводить в свет, то есть, ну, наверное, предложим администрации района, ну, какой-то мелкой структурированной этот район. Честно, я не знаю, не загадываю так на будущее, но я думаю, что я буду основывать компанию в будущем, которая вот по электроэнергетике также и вот воплощу в жизнь, буду директором IT-компании «Энерго».